Вот уже несколько месяцев жительница дома номер 51 по улице Ульянова не может спокойно спать по ночам. Стены частного дома содрогаются от грохота. Все потому, что рядом с домом располагается разбитая дорога, по которой ездит огромный поток большегрузов, рассказывает Оксана Дентаева. А поток машин здесь увеличился из-за того, что дорога на улице Островского стала одним из объездов на время закрытия моста через реку Орь в районе биофабрики. Но дом трясется от того, что большегрузы едут, всю ночь едут. Хотя говорили, что до утра, ну, как бы ездить не будут только днем. Так как закрыли мост на биофабрике, поэтому мы все соседи, мы здесь мучаемся. Просто много кто на работе сегодня. Арчанка поделилась, что ее маленький сын часто не спит по ночам из-за очень громких звуков. Да и сама Оксана Дентаева иногда сильно пугается. У меня ребенок ночью плачет, просыпается от этого. Потому что очень страшно, сам им страшно, дом трясется. Как бы, если хотели, можете зайти домой. Дом разрушается? Да, получается, обои все трескается. Мы обратились за комментарием в пресс-службу администрации Орска. Там нам пояснили, что через эту дорогу действительно организован объезд автотранспорта на время ремонта моста через реку Орь в районе старой биофабрики. Около месяца назад коммунальные службы проводили отсыпку дороги с использованием асфальтового среза. В связи с большим потоком автотранспорта, проходящим по улице Ульянова, отсыпки хватает ненадолго. Районная администрация совместно с управлением жилищно-коммунального дорожного хозяйства и транспорта города Орска держит состояние дороги на контроле. По мере необходимости проводит отсыпку. Ксения Семененко, Николай Баранников, служба информации, телерадиокомпания «Евразия».